Всем привет! Сегодня будем говорить о том, какие подготовительные упражнения можно применять и в дальнейшем, чтобы был у вас отличный результат и росли мышцы. Итак, приступаем к первому упражнению. Упражнение выполняем отжимания на брусьях с постановкой ног. Также дышим, выполняем упражнения и смотрим за правильной техникой выполнения. Второе упражнение. Для того, чтобы хорошо научиться отжиматься, нам понадобится резиновая петля, на которой мы будем отжиматься. Ложим ноги на резиновую петлю, смотрим за техникой, за дыханием и выполняем такие же отжимания. Обратное отжимание, правильная техника, выполнение, выдыхаем и корпус строго вверх. При этом напрягается трицепс, плечевой сустав и выполняем таких несколько подходов по 10-12 раз. Выполняем по полной амплитуде. Упражнение – это негативное отжимание, это отжимание, когда вы находитесь в верхней точке, медленно опускаете свое тело. Вот таким образом. Опускаетесь сначала, сколько хватает силы, 1-2 секунды, 5, и наращиваете. Также можете выполнять это с напрыгиванием, для того, чтобы в дальнейшем у вас появилась сила в руках, и вы начали держать свое тело правильно. А в дальнейшем, когда вы уже научитесь отжиматься, отжимания необходимо выполнять по полной амплитуде, с правильной техникой выполнения. Дышим и напрягаем свои руки, плечевой сустав, ноги и пресс. Чем больше мышечных единиц включается в работу, тем легче будет выполнять данное упражнение. Данное упражнение можно выполнять в своих тренировках, если вы плохо отжимаетесь, чтобы не навредить своему здоровью, плечевому суставу и локтям. Необходимо обязательно скидывать лишний вес, если это подростки. Данное упражнение вы можете применять в своих тренировках. Они обязательно дадут результат. Вы это увидите, если систематически будете тренироваться. Также вы увидите, что начинает крепнуть мускулатура и будет расти результат. И упражнения, если кажутся такими легкими, то в дальнейшем вы сможете выполнять без них более сложные упражнения, элементы, и ваши руки, плечевой сустав будут очень крепнуть. Если видео было полезно, ставь лайк, пиши комментарий или задавай какой-нибудь вопрос под этим видео. И не забудь подписываться на канал. Всем пока!